Bruh. Bruh. Nice. Nope. Здорово! С последнего ролика произошло много изменений, поэтому не будем медлить и начнем. Зеленые ловцы теней. До 500 качал на кадиках, до 1000 тенями. В районе 100 Z вышло. 500 покровителей питомцев. Просто ежедневно бьем мобов под медальоном. Серые хранители магии. Сначала залез в инст, понял, что это шляпа, и долго не думая скупил книги. Потратил в районе 270 Z. Синий егерь. Для апа пришлось купить два пета и сделать их зелеными. Это удовольствие обошлось мне 120 Z. Также достроил егерский лагерь до 3 уровня и портал до 5. Полезная вещь, кстати. Можно прыгать к магам и в белый замок. Докупил огнегиры и качнул волжбу до фиолета. Потратил где-то 150 плюс Z. Собрал колоду флоры и фауны. Некросфодер купил Саука за примерно 180 золотых. Также купил Саука избранника богов. Тоже где-то за 180 плюс Z. Ну и собрал колоду. Докупил оправы в грудь и кольчугу. Обе фиолетовые, каждая под 40 плюс Z. Ставил синюю руну в топор. Обошлась тоже примерно в 40 плюс Z. Засимволил лук. Купил у какой-то пятерки 5 слепков. С третьего слепка выпал перфлар и 2 символа на защиту. Я доволен. Пока на этом все. Однако я не прощаюсь. Увидимся.